Виктория Чибисова, фитнес-тренер, эксперт нашей программы. Татьяна, доброе утро. Виктория, доброе утро. Сейчас будем делать кардио-тренировку для похудения. Я ее делать не буду, я с утра уже пробежалась, немножко похудела. Я, девочки, оставляю вас. Ну и повторяйте, если хотите, прямо сейчас. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы для вас подготовили зарядку для жиросжигания. Сразу хотим объяснить некоторые технические моменты данной зарядки. Данная зарядка выполняется по времени, не на количество повторений, как раньше наши зарядки были, а по времени. Поэтому вы засекаете таймер, а мы показываем вам упражнения и регулируем словами ваше время отдыха. 30 секунд мы работаем и 10 секунд мы отдыхаем. У нас в комплексе 8 упражнений. Начнем нашу зарядку. Первое упражнение и упражнение разминка – это бег на месте. Неинтенсивный бег на месте. В течение 30 секунд мы с вами бежим на месте. Дальше 10 секунд вы отдыхаете. Следующее упражнение мы будем с вами приседания выполнять в статике и далее делать в динамике отставные шаги вправо и влево. По технике мы садимся с вами чуть шире собственных плечей, таз отталкиваем от себя назад, спина красивая, позвоночник ровный. От этого момента мы с вами делаем 2 приставных шага вправо и 2 приставных шага влево. Выполняем это упражнение в течение 30 секунд без отдыха. Отлично, сохраняем технику, колени смотрят всегда на носки. Далее, дорогие телезрители, вы отдыхаете 10 секунд. И следующее упражнение у нас джампинги, это прыжки. Прыгать нужно осторожно, приземляться на носочки, а потом уже вставать полностью на всю стопу. Джампинги мы будем делать с вами с приседами, добавим сложности в данное упражнение. К середине прыжок и... присаживаемся аккуратно, осторожно. Руки можно держать у груди, либо на поясе. В течение 30 секунд мы с вами выполняем такие прыжки. Не останавливаемся. Отлично. Далее 30 секунд. 10 секунд вы отдыхаете. Каждое упражнение, повторюсь, мы делаем по 30 секунд. Следующее упражнение у нас бег на месте с захлестом. Теперь наша задача максимально достать стопами своих ягодиц. 30 секунд. Угу. Отпрыгали. Максимально достаем. Спина ровная. Дышим. И 10 секунд отдыхаем. Отлично. Немножко переведем дыхание. Теперь следующее упражнение у нас – выпады. Выпады тоже с прыжком будем делать. Выполняются они таким образом. Отставной шаг назад средней длины. И этой же ногой делаем небольшое взрывное движение вверх. Колено 90 градусов удерживаем. Спинка ровная. Приземляемся на носочек, а дальше на пяточку. И другая нога. Работаем. По 30 секунд, не забываем, без отдыха. Отлично. Сохраняем технику, спина, ягодица, живот в тонусе. Отлично. 10 секунд отдых. И следующее упражнение в течение 30 секунд, которое мы будем с вами выполнять, это отжимания. Присед, отжимания и планка. Все вместе. Достанем наши коврики. Поехали. Ноги на ширине плеч, как на приседаниях. Делаем присед. Коленочки на носочки, спина ровненькая. Дальше упор в ладони. Ножки от себя. Стоим в планке пару секунд. И прыжком возвращаемся, да, обратно. Отлично. Не выдержал микрофон, как всегда. И такие движения мы с вами повторяем в течение 30 секунд. Сели, упор от себя, планка и к себе прыжок. Отлично. И следующее упражнение в течение 30 секунд, которое будем делать, это джампинги с верхним плечевым поясом. Да? Обязательно сводим руки над головой.
максимально ноги отставляем в стороны, насколько вам это получится сделать. Пресс в тонусе. Отлично. Следующее упражнение – отжимания. Но добавим немножко сложности в данное упражнение, да? Мы с вами будем противоположной рукой доставать наши плечики. Вот так. 30 секунд работы. Пресс подтянут. Голова – продолжение позвоночника. Отлично. Перевели дыхание. И заключительное упражнение в течение 30 секунд, которое мы будем выполнять, это выпад с выпрыгиваниями из приседа вверх. Сели в статике. Отставили левую ногу назад. Вернулись правую ногу назад. Колено 90 градусов. Спину держим ровненькую. И прыжки вверх. 3 прыжка вверх. Отлично. И зафиксировали. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Это была тренировка для похудения. Я хочу вам напомнить, что если вы сейчас смотрели эту тренировку и подумали, да, понедельник отличный день для того, чтобы начать худеть, но не утром. Не утром, начну делать это вечером. В нашей группе ВКонтакте «Новое утро», в Инстаграме «Утро ТВК» вы можете найти фрагмент этого эфира и повторить все, что вы видели и сегодня вечером, и завтра, и в любой день. А мы продолжаем нашу программу.